Здравствуйте, в эфире программа «Это важно». Спасибо, что вы с нами. Отели и гостиницы Анапы обретают единую государственную форму. Что это такое и всегда ли гостиничные звезды указывают верный путь? Попасть в единую государственную информационную систему просто, но решаются на это далеко не все предприниматели. Большинство владельцев отелей и гостиниц работают по закону, оформляют документы, платят налоги и за коммунальные услуги летом в разы больше обычного. Но оказывается, это не все. Главное, какой статус объекта прописан в документах. В связи с тем, что законодательно не определен статус, что такое является малым средством размещения. И исторически сложилось у нас в Анапе так, что свыше 70% этих объектов на самом деле являются частными домовладениями. Они оплачивают налог на землю и на имущество как частное домовладение, а не как отель или как гостиница. Налог на землю относится к местным налогам, а значит, является одной из составляющих городской казны. Поэтому власти города настаивают, чтобы владельцы гостевых домов меняли статус земли под ИЖС на землю для коммерческого назначения. И только тогда регистрировались в единой государственной информационной системе ЕГИС. Принудительным этот переход не является, однако сомневающимся бизнесменам, по словам чиновников, стоит ожидать повышенного внимания со стороны контролирующих органов. Это формирование графиков проверок Федеральной налоговой службы, службы Роспотребнадзора, Госпознадзора, УВД. То есть мы как бы будем рекомендовать эти объекты проверить в первую очередь. Те предприниматели, которые активно не будут вместе с нами участвовать в развитии города, им с нами не по пути. Например, оплачивая налог на землю за гостевой дом в статусе ИЖС, средний предприниматель платит от 50 до 80 тысяч рублей в год. Перевод же объектов в статус коммерческого обойдется владельцам гостиниц примерно в 300 тысяч рублей ежегодно. В таком случае, уверяют специалисты, тоже есть преимущество. Большой плюс участия в ЕГИС. Во-первых, это единая государственная, это информационная система, то есть через поисковые системы Ростуризма и Министерство по курортам Краснодарского края, любой житель нашей страны, не только нашей страны, и мира, может выйти на этот реестр и обратить внимание на список, какие объекты там находятся. Эти люди, они смогут полноценно участвовать в аукционах, в тендерах, в конкурсах. В данное время проходит конкурс «Лидер краевой Кубани». Ну и тем, кто планирует получать звезды для своего отеля, данная процедура включения в ЕГИС обязательна. Так называемая звездность по-правильному называется классификация средств от МИФИ. Российская система классификации предусматривает, точно так же, как и мировая, получение от 1 до 5 звезд. А на сегодняшний момент более 100 объектов у нас в Анапе прошли уже классификацию, то есть получили от 2 до 5 звезд. 2 объекта 5-звездочных, 14 объектов 4-звездочных, ну остальные 3 и 2-звездочных. Гостиницы делились на классы всегда. В 19 веке были трактиры, транзитные и люкс. А к середине 20 века, когда туризм стал индустрией, появились звезды. Правда, мировой классификации до сих пор нет. 3 звезды в Италии могут отличаться от 3 звезд в Анапе. В большинстве европейских стран отели сами присваивают себе звезды. К примеру, во Франции статус перепроверяют специальной госкомиссии. А в Германии такие инспекции проводят профсоюзы. А итальянцам лишняя звезда вообще ни к чему. За каждую власть берут налог. Россия тяготеет к европейской системе. Эти звезды могут иметь только объекты коммерческого назначения. Звезды даются бессрочно, но каждый год проходит регламентный мониторинг на соответствие, чтобы объект не понизил качество. В отель приезжают экспертные группы, проводят обследование объекта и дают рекомендации. Оценки звездности выглядят так. 1 звезда – недорогая гостиница, все номера одного типа. 2 звезды – малобюджетная гостиница с минимумом услуг. 3 звезды – уровень заметнее выше. В номере санузел, телевизор, мини-бар или холодильник. На территории есть прачечная, тренажерный зал, бизнес-центр, ресторан. 4 звезды – гостиница высокого класса. Ко всему вышесказанному специальные услуги вроде спа и массажа. Обязательно уже несколько баров, ресторанов и конференц-залов. 5 звезд – люкс. С неким эксклюзивом в виде бассейна на крыше или многокомнатных апартаментов. Управляющая отелем Татьяна Абгарян вспоминает, комиссия тщательно проверяла номерной фонд. К
следующему лету владельцы открывают еще один отель. Зная всю процедуру получения классификации, трудностей уже не возникнет. Получать звезды эксперты советуют в межсезонье. И сейчас же подавать сведения для включения объектов в ЕГИС. Для того, чтобы войти в государственный реестр предприятий малого и среднего бизнеса, необходимо предоставить в управление по санаторно-курортному комплексу и туризму заявление с подписью владельца бизнеса и основные сведения о регистрации в налоговой инспекции. На этом все. Эту и другие программы вы можете посмотреть и на сайте Анапа Регион. Спонсор программы – это важная компания «Фитофарм» и «Бэби-центр» приготовил для анапчан новогоднюю акцию. Ждут всех за покупками. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Если любите ребенка, если любите детенка, «Фитофарм», скорее спешите, в «Бэби-центре» ждут его. Есть коляски и кроватки, есть игрушки и вкусняшки, соки, памперсы, пеленки и одежда для него. Город Анапа, улица Парковая, 57, над гипераптекой. Купив товар в декабре в аптеках «Фитофарм» и в «Бэйби-центре» на сумму от 950 рублей, вы становитесь участником новогодней лотереи. Подробности в аптеках «Фитофарм» и «Бэйби-центре».